Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор силиконового коврика с разметкой. Новая безукоризненная альтернатива пергамену или противню для выпечки. Силиконовый коврик. Главное предназначение – мелкая штучная выпечка. Силиконовый коврик – это не только современный аксессуар для выпечки, он также обладает целым рядом практичных характеристик, которые по достоинству оценят хозяйки. Безопасный нетоксичный материал, пищевой силикон, долгий жизненный цикл, антипригарное покрытие, не впитывает посторонние запахи, мелкое оттеснение на поверхности коврика предотвращает прилипание теста, не теряет свой первоначальный вид, не изнашивается, отсутствие необходимости смазывать основу коврика маслом, удобство использования, уходе и хранения, широкое практическое применение, универсальность использования, подходит для всех видов духовых шкафов. Приготовление пищи в домашних условиях с силиконовым ковриком – это настоящее удовольствие. Основные рекомендации по уходу за силиконовым ковриком таковы. Хранить и использовать до лета открытого огня, не нарезать выпечку непосредственно на коврике, избегать использования других острых и абразивных предметов, средства для мытья очистки, мыльный раствор. Смазать маслом единожды перед первым использованием, далее процедуру не повторять. Также перед первой выпечкой рекомендуется пропечь коврик в духовке на протяжении 120 минут. Предназначение таково. Домашняя выпечка, вымешивание, раскатывание теста, заморозка продуктов. Вот такой красивый коврик с различными пометками. Вот он так легкий, пластичный, очень удобный. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!